Смотри, advega.com. Заходишь сюда. Сейчас я тебе это покажу. Ладно. Видео идет, я не успею. Регистрируешься, у меня тут есть аккаунт, поэтому я уже захожу автоматически. Логин, пароль, здесь 389 рублей на остатки. Смотри, и нажимаешь работать в интернете. Это вообще тут статьи люди пишут. Я тут статьи покупала для своего сайта. Но тут можно заработать. Смотри, работа в интернете. Теперь поиск работы нажимаешь. Загружается. Смотри, 1072 заказа. Сразу говорю, что ты это все сразу не сделаешь. Почему? Есть заказы тендеры, это отложенные, их на проверку отсылаешь. А есть, а потом тебе присылают деньги. А есть заказы не тендеры. Смотри, поиск работы. Тендеры, галочку убираешь. Тип работы, который сейчас тебе. Ну, как бы, не, ну, быстро заплатят. Смотри, социал лайки. Галочку ставишь. Социал репосты, подписки, голосования. Ну, приглашать в группу не надо, это долго. SEO услуги, ой, боже, подожди, сейчас я дверь закрою. Так, SEO услуги и поиск информации. Все, щелкнуло здесь. Вот это ты поставила. Так, общие заказы. Тендер не надо. Ну, можешь и тендеры. Давай тендеры, ладно. Искать. Вот, 89 заказов сейчас. Смотри. Просмотреть видео, поставить лайк, поделиться ним, тра-та-та-та-та. 35 рублей тебе заплатят. Подать заявку на участие. Это тендер. Понимаешь, вот почему? Если галку снимешь, то не будет здесь. Пока тебя там рассмотрят, вот более 10 человек в очереди. Там. Быстрая заявка может. Подписаться на Инстаграм, 5 рублей заплатят. Поведенческие факторы. А, опять. Этот же заказчик, который вот здесь. Вот. ОДСО. Он опять заплатит. Но это тендер, интересно. Проголосовать на таком-то сайте 14 рублей. Взять в работу сразу можно. Подписаться на профиль. Ну, только... Подписаться на Твиттер 3,60. Сразу взять в работу. Вот, видишь, подать заявку на участие. Опять, видишь? Видишь, сколько у него заданий в этом. Ладно, на пятую страницу идем. Поставить оценку магазину. Подать заявку на участие. Видишь, тендер, а 5 рублей всего лишь платит. Ретвитнуть в ретвите. Сразу можно взять. Добавить ссылку на закладку в браузере. Тут ты 2 месяца должна ее не удалять, потому что 3 рубля. Это сразу взять в работу. Она платит. Я это знаю. Это тоже она же заплатит. Вступить в группу ВКонтакте 2,72. О, тут тендер. За 2 рубля. Так, ну это тут. Заполнять карточки товаров. Это аудит сайта. Скриншоты. Смотри. В Яндексе вводим. В общем, тут задание, вот полный текст. Находим какие-то компании, делаем 2 скриншота, чтобы была видна цена. Подать заявку на участие. Ого, 100 рублей платят. Ничего не делать. Поиск работы, сборы, кластеризация. Ну, в общем, ты понял? Вступить в паблик поэта с подпиской на новости. Вступаешь вот. Все, вот так ты и зарабатываешь. Я отсюда выводила. Ну тут вывод 15 дней идет. Через 15 дней только вывод. Поэтому пока ты... Ну, можно. Я отсюда 900 выводила уже. Тут нету истории этого, как я выводила. Истории нет. А, когда ты онлайн, то ты это самое. Вот так, чтобы тебе заказы шли, делали. Что сейчас работает. Бо если ты это... А на ночь отключай. Если ты не отключишь, тебе придут работы вот сюда вот, а ты будешь спать, и тебе потом рейтинг понизится.